You must go, yeah? No. 경하. 저기 가로. 푸드 이름이에요. 가로? 나이. 서울 막 던져. 너 한국에서 저거 던지다 깨지면 2만 원 사. 24 часа каждый раз увидят меня, предлагаю чай. Билет и паспорта. Так тщательно проверяют. Можно спросить, то ли Самарканд? Где? С первого пути, сейчас 5 минут подождите. После этого. А, тут приедет, да? Да, здесь вам. Спасибо. Цена вообще 20% от корейской цены, но слишком хороший поезд. Я думаю, должен готовить там. Добро пожаловать. Да, да, да. Машина комфортная, давай я тебе покажу. Объект. Название Гансой Бу. Мистерическая гостиница. Написано. О, да, мы да? Очень красиво. Пожалуйста, комнату покажу, потом чай. Он. Ах, спорт и спорт. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вот это кондиционер, да? Да, кондиционер. Второй, сам мам. Чай сделаю. Вау. Спасибо. Садитесь. Вот так надо пить. Ламен можете. Ури, у нас риста положим же. Ой, большой арбуз. Я завидую, кто живет в Самарканде. Дёшево бы будет, да? Хорошего дня. Спасибо. Потом мы пошли гулять по Самарканде и посмотреть, пожалуйста, ковер цвет меняется, зависит от ракурса. Вот есть темный, потом здесь очень светлый. О май гад! Новый туннель. 맞아. 맞잖아요. 맞아. Рахмат. Торговала. Он спрашивал, откуда научилась торговаться. Я сказала, в Узбекистане. Кем 500원이지? 왜냐면 이게 3000 это кондиционер, да? Плюс, ага, 어떻게 될래? 12분 가야 돼. 7000? 3000. 아? 3000. 아, хорошо. Отлично. О, сейчас. Узбекская стрижка. Именно. Именно. Юн, если ты стрижешь там, то ты будешь как именно. Именно.할머니 집에 와 있는 느낌? 저거 по-русски. Да, спасибо. Арбуз. Это варенье. Да. А, это вам подарок. Просто да. Спасибо большое. Это тоже бесконечно. Да. А не, руки, они чужими. Это очень вкусно. Юн кайфует. 한국이랑 다 너무 다른데? 중앙아시아 쪽이 그 손님에 대한 어떤 그런 이런 접대 진짜 그러니까. 못하는 것 같아 전 세계에서. 여러분, доброе утро из Самарканда. Мы так хорошо спали. Хозяин приготовил уже завтрак. И 24 часа каждый раз увидят меня, предлагают чай. Поэтому я вчера была очень сыта и много ходила в туалет. Но это... Это было масло? Чинча бисто. Вау. 엄청 크다. 어때? 어떻게 할 거야? 미안해, 너무 안 돼. Я немного ходила на рынок, но здесь есть большой, поэтому мы пошли посмотреть. Иностранцам другая тема, мне кажется.
이름 뭐예요? 이거 식도였다. Это как вчерашний я подарил же. Эмана гуркина. 이거 라이야 천국이야. 이거 무슨 이런 거? 저기 문어들이 물었어. 야, 따로 같이. 와, 매주도 알아보는 와, 미쳤어. 네? 시도였다? 에서 끌세생이냐? 와, 미쳤다. 아주머니, 네. 수박을 하나에 얼마예요? 스토더워라, 스토더워라. 왜 사기쳐요? 얼마예요? 하라슈, 피디샷. 응? 어? 응? 피디샷 돈 얼마, 얼마? 천 원, 천 원. 수박을 막 던져. 깨지면 돈. 한국에서 저거 던지다 깨지면 2만 원 사. 우리 수박 저럴 때 저렇게 안 해. 나 저거 가서 받고 싶다. 이거 보세요. 여기 먹어봤고 맛 없으면 그런 거 갈 수 있어요. 우리도 가운데서 먹고 배부르면 집에 가는 거야. 어, 집에 가는 거야. Ленок очень большой. Каждый раз, когда мы проходим, дает еду. Иногда в Карибабае, если попробуешь на рынке, и если не покупаешь, тогда хозяйка wow. ругается. Но здесь такого нету. Если не хочешь купить, тогда не покупай. 근데 우리 큰일 날 수 있어. 지나가는 데마다 이거 하나씩 얻어 먹으면 이거 보석 같아. 뭐야? 좀 달라. 저기, 가로. 가로? 네. 슈르파 здесь? 슈르파 가로 добавляю. 슈르파 это тот жареный горох. 강아지 콩? 이거는 그거 뭐예요? 예쁘리나. 이거 아라키스. 무트리 못 알아. 아라키스. 뭐가 되는 거야? 진짜 맛있는 거예요. 꾼줏. 군 언니 많이 주셨 다고 군주. 맛있어? 너무 맛있나? 라흐맛. 스카지 라흐. 멜론. 드냐? 아 예, 드냐. 아, 티안 드냐. 드냐. 마침 마린키 такой. 수션이 드냐. 드라이 멜론. 드냐. 아까는 카레야. 카레 불도 뭐 듣고 있어. 벌이 날아다니는데 아주머니가 설명해 주시는 걸로는 괜찮다. 저 손님들한테는 괜찮다. 친절하다. 그치? 맞아. 어. 그건 맞아. 그래서 근데 아까 물려고 그, 여기까지 왔어. 벌이 아까 여기까지 왔어. 하체 파체 로봇. 뽀뽀 살짝 하고 이제 가는 거지. 여보는 이제 다음 날에 없겠지. 이쪽에는 비싸지 않아요. 위에는 조금 비싸요. 여기가 와. Это корейская морковка, которой нет в Корее. Вау, ну везде есть. Уже сыта. 진짜 너무 친절하다. 아. 이걸 물건 Мы пошли посмотреть рынок, пошли, и не вижу конец. Я. А, уже начинается, это не конец. Начинается, это не конец. Не могли посмотреть до конца рынок, поэтому мы приехали в Шахзинда. Уже 5시면 곧 하겠다. 이거야만 들어갈 수 있어. 응? 아, 라틴어, русский понимаете? No. English.
This is only for them who has open. 아, 그러니까 밑에만 다리만 가리면 되는 거야. 이렇게 봐. 나 약간 요가 같잖아. 이제 요가 같아. 그 크리스마스 트리. 크리스마스 트리. 저 봐. You're not Christmas tree. 어 잠깐만, 크리스마스 트리 아니야? 이거 약간. Это было самое мое любимое место в Узбекистане. Тут все синий, говорят, злые души не любят синий цвет. Я вообще не ожидала, что у меня подписчики в Самарканде. You must go, yeah? No. Oh, no, it's okay. Go. But now she is not Christmas tree, but it's okay. She will remember you. She know. Kyungha. Hello, Christmas tree. Oh. Очень успешно, приятно общалась с подписчиками. Потом, в следующий раз, мы пошли на славу подписчиков. Ждите видео. Мама!